Здравствуйте, меня зовут Галина, я являюсь экспертом по растениям и хочу рассказать про осенние удобрения. Здесь в наличии у нас написано, что 5М – это гранулы, это в каждой гранулы уже составляется очень много всяких компонентов. И оно как раз нужно для подкормки растениям, стимулирует закладку плодовых почек и способствует улучшению вызревания древесины, повышает зимостойкость растения и улучшает рост корня. Азот, фосфор, магний и кальций. Здесь много компонентов. Все, что находится, там есть для плодовки, для кустиков. У нас осеннее удобрение находится в двух фасовках. Есть по килограммчику, а есть 3 килограмма. У кого мало, например, плодовки, там, кустиков, тот возьмет 1 килограмм. Это самый лучший ходовой товар.